Всем привет! Сегодня у нас в гостях бразильский нападающий футбольного клуба Ордобасы Жоао Пауло, и мы будем готовить бургер. Ассаламу алейкум! Вы переехали в Шымкент со всей семьей. Часто бываете в Запапа? Sim, gostei. A gente, eu e minha família, a gente gosta muito de vir aqui, porque a gente se sente bem à vontade, é sempre bem atendido. E meus filhos se sentem também muito à vontade na hora de brincar. E o hambúrguer é saboroso. Давайте начнем готовить наш бургер. Для начала возьмем подогретую булочку. Запапа – официальный партнер футбольного клуба Ордобасы. И какую пиццу вы любите больше всего в Запапа? А пицца, que a minha família e meus filhos mais gostam, é a tradicional, a da casa. Eles saboreiam bastante. Теперь берем наш фирменный соус, который разрабатывался поварами несколько месяцев. Благодаря этому у бургера очень сочный вкус. Вот уже несколько средств массовой информации пишут, что вы можете пополнить нашу сборную Казахстана. Когда вы планируете выступать за нашу команду? Documentação já foi dada à entrada, né, na embaixada, e agora eu estou só esperando o retorno. Eu acho que na próxima semana já estou indo até a capital para poder assinar alguns papéis. E com isso também, aproveitando em casa, estou estudando um pouco a língua para poder aprender um pouco mais sobre a cultura e sobre a língua do país. Попробуем. Азбусы.